Огненные кадры реки из лавы в Испании на острове Ла-Пальма поглощают новые территории. Огненные потоки уже разрушили половину острова, и ситуация накаляется с каждой минутой. А еще 28 сентября на юге Испании зафиксировали новые подземные колебания. Местные жители опасаются, что это может спровоцировать пробуждение еще одного вулкана. Так что стихии бушуют. Вот такая картина жуткая. Включать не буду. Посмотрите сами, дам ссылку. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране.